Детские площадки, зоны отдыха, энергоэффективные квартиры – все это есть в новом жилом районе. Не было только дороги до недавнего времени. Компания «Союз» и застройщик микрорайона «Времена года» прислушалась к просьбам жителей. Теперь подъехать к домам на Взлетной можно по свежему насыпному полотну. Я хочу поблагодарить вас за строительство дороги, которую мы очень давно ждали. Спасибо вам большое. Также я хочу поблагодарить вас за такие прекрасные дома, за отличные площадки детские. Нам все очень нравится. Стоимость дороги составила 8 миллионов рублей. Застройщик подчеркивает, она временная, уже в следующем году здесь появится полноценный асфальт. А в ближайшее время на средства компании будет построена и ливневая канализация по улице Власихинской. В остальном готовность нового квартала к заселению практически стопроцентная. Коммуникации подведены, территория благоустроена. Уже этой осенью «Времена года» примут первых новоселов – более 700 семей. Здесь изюминка какая. То есть мы сегодня здесь организовали размещение жилых домов так, чтобы жилые внутри домовая территория была не проездная. И вот мы здесь, как вы видите, оформили полностью уголок для ребятишек, для отдыха, для семей. В новом микрорайоне есть современные спортивные площадки, просторные парковки, квартиры с разнообразной планировкой. В ближайшие годы появятся школы и детский сад, которые также предусмотрены проектом застройки. Дорога к комфортной жизни барнаульцев уже проложена. Екатерина Гаськова, Андрей Печоркин. Наши новости.